Черный дым из окна, шокированные прохожие и гул пожарных сирен. ЧП в одной из квартир многоэтажки на Крылова произошло днем. На пульт спасателей тревожный звонок поступил от соседей. Хозяева отсутствовали. Огнеборцам необходимо было в считанные минуты попасть в дом и остановить разбушевавшуюся стихию. Поскольку двери были закрыты, спасателям пришлось проникнуть в дом через окно. Внутри квартиры в одной из жилых комнат располагался очаг пожара. В эпицентре пожара находился компьютер. Спасателям удалось быстро ликвидировать возгорание. Квартиру спасли, но теперь хозяевам придется делать ремонт. Закопчены стены и потолок в жилом помещении. Основная, официальная версия произошедшего – нарушение правил монтажа и устройства электросетей и электрооборудования. Но жильцы думают иначе. Получается, мой отец, он злоупотребляет спиртными напитками и пришел сюда, домой. А он здесь живет? Но у него защитное предписание. Ведется проверка. Ангелина Дегун, Андрей Богдан, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360.